Новое дорогостоящее оборудование, отдельная электролиния и программа внедрения управленческих технологий. Все это вклад государства в развитие алматинского вентиляторного завода. Причем только за этот год. Такая поддержка позволяет предприятию расширять производственные мощности, повышать качество, внедрять инновации и увеличивать число рабочих мест. Качество и оперативность позволили молодому предприятию всего за 6 лет занять ведущие позиции в стране. Сегодня завод активно осваивает рынки соседей, что было бы невозможно без поддержки государства. Нам предоставили в лизинг оборудование. Это лазерный станок и листогибочный станок. Высокоточные станки, которые обеспечивают нам качественным оборудованием. То есть погрешность этих станков 0,01 миллиметров. Здесь уже человеческого фактора как такого не присутствует. 2 года назад предприятие переехало в новое помещение, построенное по самым современным нормам. Однако перебои с электричеством периодически нарушали производственные планы. Теперь за счет госбюджета сюда проведена собственная выделенная линия. Созданные условия позволяют думать об инновациях. Единственный в стране завод выпускает вентиляционную систему, которая позволяет экономить на отоплении. Полностью пытаемся внедрить в Казахстан систему рекуперации тепла. За счет рекуперации тепла от 60 до 95% экономия тепла, именно тепловой энергии. То есть за счет вытяжного воздуха, который мы просто-напросто выкидываем, мы обогреваем приточный воздух. Сейчас на заводе трудится 150 человек. Через пару месяцев будет запущен второй цех, где работу найдут еще 40 человек. И к тому же времени предприятие внедрит самую совершенную систему управления и контроля качества. Татьяна Анапольская, Галым Шалабаев, Алматы.